Всем привет, ребята! Сегодня я снимаю видеоролик о том, как буду готовить холостяцкий ужин. Вот сковородка, включил я плитку. Хоп, плиточка стоит. Теперь наша задача пожарить здесь яичницу. Что-то мне захотелось с утра покушать, ой, с утра, с вечера, уже же вечер, захотелось покушать яичницы. Может, кто-то из подписчиков, из зрителей нашего канала не знает, как это делается. Ну, я не знаю, я как-то по-своему готовлю яичницу. Лариса не любит такую готовить, но тем не менее я покажу. Наливаем подсолнечного масла, оно немножко разогревается. Для приготовления этого супер-мупер блюда потребуется соль. Я тут не буду мелочиться, сразу у меня полкилограмма соли. Яйца, естественно. Я сейчас придумал. Я сейчас добавлю сюда витамины. Немножко огонь убавлю. Сначала на сильный поставил, чтобы разогрелось. Вот тут Лариса с лета заготовила перчик. Я что-то про него совсем забыл. А сейчас вот так. Ой-о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 й
Закрою камеру, потому что летят эти брызги. Короче, вот смотрите. Вот смотрите, вот так вот я положил перчика замороженного. В принципе, этот перец можно кушать и сырым. Но так как он замороженный, Лариса постаралась. Супружница моя, видите? Так, добавим огня, потому что холодный перец из морозилки нарезанный остудил сковородку махом. Смотрите, что я делаю. Пусть немножко прогревается. Да, наверное, подсолю еще маленько. Вот, чувствуете, как сковородочка стала прогреваться? И вот смотрите, девочки и мальчики, какой момент. Лариса любит, чтобы вот это было все отдельно, а я люблю, чтобы все было перемешано. Вот так вот. Вот так вот все мы сейчас сделаем. Видите? А почему перемешанное? Когда по отдельности жаришь яичницу, ну, понятно, что яичница поджарилась, а остальное все. А вот когда перемешано, более, я считаю, что это более равномерно. Сейчас я убавил огонь. Более равномерно происходит, и поэтому все одинаковое, одинаково горячее. То есть яйца можно сырые есть, вот этот перец можно сырыми есть. Но я, видите, поджарил и даже добавил сюда вот таких вот витаминчиков. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Даже немножко прикрою эту сковородку. Совсем убавил на единицу.
Сегодня у меня будет шикарный королевский ужин. Ну все, в принципе, яичница готова. Вот сколько длится видео, столько я и готовил. Сегодня купил хлеб в магазине, который у нас называется Сахалин. Вкусный такой, зараза. Съел за обедом полбулки. Ну, сейчас две отрежу, посмотрю. Не знаю, как что пойдет. Но я думаю, что все я не съем. Ну, посмотрим. Ну и все, ребята. В принципе, ужин готов. Приступим к трапезе. Так, пробуем сначала яйца. Ребята, это божественно. Яйца в прикуску с колбасочкой. А яйца, ребята, получились такие сочные. Тут же перец. Офигенные. Зря, наверное, вот кабачки как в Грузии открыл. Просто еще не пробовал. Ну-ка, сейчас попробую. Знаете, вкус офигенный. Кабачки как грузди. Есть у нас видео. Ссылочку обязательно поставлю. Вот сейчас подсказку смотрите в правом углу экрана. Ну, очень обалденно. Колбасу. Просто божественный ужин. Да еще сам сделал. Ларису еще больше месяца ждать. Вот начинаю уже придумывать изыски. Ладно, всем пока-пока, девочки и мальчики. Смотрите. Все будет хорошо. Что еще хотел сказать. Вот многие говорят, что не тратьте деньги, не портите продукты, кабачки как грузди не могут быть. Я не знаю, какие грузди. Но я люблю грибы. Но не ем их так много. Но вкус этих кабачков, знаете, вот реально по жесткости, как грибы. Такие жесткостники. Хрустящие. По вкусу, но не хуже. Обалдеть. Ага. Кому-то сказал, что я не съем все. Единственное, что вот грузди может... Кабачки. Колбасы уже нет. Яйца доедаю. Всем спасибо за внимание. До свидания. Еще раз говорю, все будет хорошо.